минуты, и есть там около. О, боги! Ты и есть там около. Да, это я. И моя история близится к концу. Мной двигала одна мысль. Одно единственное желание. Желание мести. Мести императору Нерону, который прирезал мою семью. Мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть, мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут. Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец злу, который начал ты, Нерон, чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю, и вернуть его народу. В общем, всем привет, друзья, у микрофона Дмитрий Феникс, пока у нас идет загрузка. Скажу, что, извиняюсь за прошлую серию, она оборвалась. К сожалению, там очень находился краш в видеофайле, пришлось, так сказать, его обрезать. Вот, а в целом мы пропустили вообще маленький-маленький момент, только что, в принципе, про этот момент был рассказан. Мы вернулись в Рим, то есть, и уже рассказ про Дамокла, что мы Дамокл. То есть, соответственно, значит, нам сейчас будут уже повествовать историю о неком герое. Мы вернулись в Рим, вон он, Колизей. Ну, как мы по рассказам поняли, Рим впал в голод, Рим впал в хаос. В общем, из всего прекрасного все ужасное. Как вы видите, смотрите. Кстати, Нерона, императора этого чертова, смотрите, рисует вот так вот на стенах. Все хотят его смерти, и он убивает людей, голод, люди требуют еды, он не дает еды. Хотя, с одной стороны, это же большая страна, но вот из-за таких... Я уже говорил, что Рим погубили правители в одной из серий, и не один раз, даже несколько серий, все-таки это так. И в этом мы сейчас будем дальше убеждаться. Ну и с другой стороны, это месть, это предательство, сейчас мы это уже сейчас видим. То есть, Мария все предали. Предали, в принципе, свои. Блин, как все-таки графика здесь такая обалденная. Смотрю на эти перья, которые у него на башке. Они действительно как будто настоящие. Ну что, ну а мы продолжаем. Посмотрим, что же мы будем... Да ё-моё. В Риме заниматься. Вы только посмотрите вот на это, на этот весь голод. Это великая большая страна. А написано Авенеро. И толстый император, которого отрубают голову. Да, такой император, такой великому Риму не нужен, это точно. Ну, эти чертовы претарианцы, которые могли договориться с бретонцами, решили поступить по-своему. Я заблудилась и немножко. Ага, все, вижу, куда показывает. Так, туда идти. Чем я сюда спускался? Видите, рисует толстого императора по-всякому. Все хотят его смерти, но я думаю, скоро она будет, Мария будет мстить. Его по-всякому так рисует. Да, жесть. Великий Рим. Эй. Опа, это... Доблестный герой, покрытый шрамами ветеран. Это личная охрана императора. Ня. Натренированные воины, закаленные в боях, ого, не умеют, да, это тоже с такими же щитами, неплохие дядьки. В общем, проблемки у нас. Воу. Ух. Блин, они щитами так нечестно, надо когда... Ты чё, На!
Да. Ну что, думали, такие искусные войны? Ого, что пришло? Так, минус еще один. О, этого щита нет. Да. Еще минус один. На, ух ты, блокирует тоже. На, свертухи. Смотри, как делает, а? Со спины бьет. Блин, какие же добивания красивые, блин, это так эпично. Я так понимаю, с этого момента у нас должно быть самый эпик начинаться, то есть Рим пада, падение Рима, восстановление Рима. Сейчас это все будет происходить на наших глазах. Эй, куда побежал? Иди сюда. Личная охрана императора, ага. Трусы поганые. И где? Ку-ку. Господин! Легионер убил Атика и Януса! Угу, Януса, ёпт. Смотрите. Ничего, вернитесь на пост. Есть! Мне следует держаться подальше от улиц, чтобы не попасть в беду. Смотрите, как рисует. О, что лежит? Я возьму. Смотрите, как рисует императора. А вы Цезарь, да? Опа, еще 4 штучки. Ну давай, подходи. Бросить оружие. На, предатель Рима. На. Минус 2. А, камера, что ты делаешь? На. Какой вонючка. Посмотри, а. На, по морде. Так. Сюда, наверное. Ага, вон лестница. Не знаю, почему мне нравится, как он по лестницам лазит. Так щит держит. Красиво. Какая же красота. Колизей. А это что, варвары? А, нет, смотрите, это лучники. Тоже из личной охраны. Видно по их форме. Да ее не убил. Да. Вот так вот. Где ты там, стрелок? Всех поубивал, не? А, вон еще один. Ого, прям в эту, в скорпион попал. Так, вроде всех побил. Блин, это уже круто, уже война в Риме, это уже вообще обалденно, такой эпик просто. Ну, дикость на самом-то деле, из такой великой страны, просто из-за какого-то жирного дебила. Отступите! Ого, вода, круто. Отступите, или... Или я вас всех порежу. На! На! Заколебал.
Да заколебали. Не. Че, еще что ли? Еще бегут. Ты на площади! Вперед, ребята! Ой, без щита, норм. Хочешь битвы? Отлично! Я тоже! А сам этот жирный ублюдок, наверное, там сидит, пирует. На. Да как вы заколебали? Достал. Умри. Не? Нет, сюда я пришел. Щит плавает, все по физике. Почему он смотрит сюда налево? Может, сюда и надо идти? Какая-то стрекоза гигантская. Сюда не. Значит, сюда. Что творится хаос в Риме. Статуя сатира. Посмотрите, Рим настолько был развит, так все испоганить. Это вообще кошмар. Сюда, слышали, всю улицу, то есть всех убивают. Убивают всех. Жесть. Уничтожает свой собственный народ. То есть император вообще насрать на своих людей. Кто нам поможет? Нет чистой воды, лекарств, постели. А еда? Какая еда? Мне приходится попрошайничать. Ты потерялся, странник? Нет. Я дома. Все не так, как в твоих воспоминаниях. От Рима ничего не осталось. Да. Рим жалкое. А почему кто-то показывает? Рим жалкая фигня стала. Все развалено, заколочено, люди повешены. Вообще кошмар. Помните в первой серии, когда мы... Это наш дом. Отсюда все начиналось. Смотрите, во что превратилось это. Ужас. Да, Мари, ничего не осталось. Видишь ли, Мари,
Не всегда заклятый враг рыщет по дальним землям. Кто такая? Кто ты? Почему это случилось? Ты кто? Мой отец был героем Рима. Твой отец был великим генералом и популярным сенатором. Слишком популярным, быть может. А император завистливый и мелочный человек. Так все-таки император убил его. Твой отец жил в служении Рима. Император из-за зависти. Служит только самому себе. Он ищет власти ради власти. Он считает себя богом. Холодный ветер с севера прошептал ядовитые слова в ухо императора. Твой отец и подобные ему хотели вернуть Рим его народу. И император приказал убить их. В конце концов, так поступают императоры. Ростки его алчности проросли в двух его сыновьях, Василии и Комоде. Он дал им силу и полномочия, которых они недостойны. Рим подводит своих детей, Марий. По легенде, вообще есть легенда, как рождался Рим. Это была волчица же, по-моему, да, которая воспитала двух детей. Вроде бы такая история Рима. Сказка, точнее. Духа возмездия. Судьба империи в твоих руках. Или это какая-нибудь из спаси богинь. Рим. Спаси Рим от них. Легче, YouTube. Императорский турнир. Разрешение мог дать лишь один человек. И я нанес ему визит. Дамокл? Я пришел на турнир. А! Ты гладиатор! Легендарная броня. Изящный ход, да. Ты меня слегка... Только лучшие бойцы попадут на турнир. Надеюсь, ты сражаешься так же, как наряжаешься. Что-то мне это напоминает сейчас фильм «Гладиатор». Мы сейчас выступим уже в роли гладиатора. Вот это да, вот это поворот. Давайте! Если все еще не ясно, как его? По-моему, нет, Комет этот тот старший, по-моему. А этот младший вроде, да? Но все равно этого тоже, наверное, убьем. А в конце будет император, наверное.
На. На. На тебе. Упал, отжался. На. На. Фаталити. Ух ты! Это так неожиданно! Я думаю, у брата Комода появился соперник! Браво! Все лучше и лучше! Давай следующую сцену! Давай, кто следующий? Ну, действительно, это похоже на какой-то фильм Гладиатора. То есть Гладиатор. Батай. А кто это, интересно, говорит, осторожный, этот силен? Не, какая-то верзила просто щитом, по-моему. Сейчас я его покараю. Уйди, ты будешь последним. Иди сюда, милок. А теперь ты. Батавий. Ты какой? О. Да ты подожди. Вот так вот. Кошмарно. Ты победил моих лучших. Мне всех казнить надо, представляете? Никогда такого не было. Ага, три казни. Всех казнить, да? Понял. Какая разница, почему? Я же гладиатор, я решаю сейчас победить. А, ну он говорит, прошу тебя сделать красиво. Ну окей, будьте красиво. Не, нравится, да? Ты следующий. Вот так вот. Три казни. Я же вроде три сделал. И вообще всех тут казнить надо. На. Давай сюда своего Батавия. Я думаю, у брата Комода появился соперник. Браво! Давай, давай, давай. Давай следующую сцену. Чемпион арены. И самой Ани. Юсти! Где он? Осторожнее. Этот силен. На! Плюс один. Ау! Что-то как будто кровь черная у них там. Ау, не успел. О, блин, все из этих дурацких. Давай, давай, давай. Ну что ты там кривляешься, а? На тебе. Ах, топить я промахнулся. Попался. Это ваш чемпион? Спасибо, у вас несомненный потенциал. Вы великолепны. А, еще теперь будут? Теперь добавим перца. В следующем акте мы увидим двух чемпионов. Ромул и Рэм. Убийцы из Карфагена. Ромул и Рэм. Что, где-то я такого уже слышал, да? Ого, какие.
шустрые парни. Ух ты, ух ты. Оу. Ладно. Клоуны. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Заколебали. Это первый чемпион. А это будет второй чемпион. Браво! Браво! Это была чертовски хорошая битва. Несчастье. Не ходи ко мне в покое. Ты хочешь сражаться за своего императора, и у тебя будет шанс. О! Изобретения какие были. Вот это да. Свиток. Не потеряй. Ты превратил убийство в искусство. А я вот творю по-другому. Вот некоторые из моих последних работ. Я только что завершил последнее приготовление. Это дар моему отцу, императору. Прекрасная работа, если себя позволено хвалить. Здесь спрятан сюрприз. Небольшое отделение внутри головы, благодаря которому она будет плакать лучшим вином, показывая любовь к империи. Хотя она могла бы плакать чем угодно. Чем угодно? Как насчет твоей крови, ублюдок? Ты кто такая? Серые горы ослабили сенат. Улица Рима окрасится красным цветом крови. Я видела тебя во снах. Отпусти меня, если хочешь увидеть будущее. Павший герой. Дух возмездия. Дамокла убьет великий генерал Марий. А генерала убьет Дамокл. Ты что несешь? Это как так? Но император Нерон может погибнуть только от своего меча. Хм. Ты не можешь убить его. Запутала все. Нужно, чтобы как-то себе сам убил император. Хм.
Ну реально, все это вот фильм в Гладиатор, так и сейчас вот эту серию просто фильм Гладиатор. Вот так все похоже, так все офигенно. Коммон был следующим. Правда, здесь, на арене. Ну что ж, ребят, о, гнев Немезиды. Мы заканчиваем эту серию, увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Я думаю, мы уже где-то у конца. Нам осталось еще одного сынка прикончить и императора. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.